Будемо говорити про важливе, адже є, ну, реально, є такі певні моменти, які ніхто не знає, окрім нашого сьогоднішнього гостя. Так, а я представлю нашого гостя, його звати Ігор Львов, він банкір, і саме сьогодні ми поговоримо про нашу славну, звісно, гривню. Виявляється, не досить цікава історія, про яку ми з вами і не знаємо. Україні незалежні 30 років, і гривні, виявляється, теж. Сьогодні детальніше. Доброго ранку. Доброго утра. Дякуємо, що завітали, і от, знаєте, ви нас так ось, поки у нас були тут новини, трішечки проінформували в тому плані, що гривні насправді 30 років. Так. От чи могли б ви розказати, як так відбулося? Так, якраз получилось іменно то, що 14 ноября 1991 года постановлением Президиума Верховной Рады Украины было постановление о национальной валюте. Угу. Вот, по которому, собственно, должна была гривна была введена в первом полугодии 92 года. Угу. В январе 92 года, 10 января, было постановление Президиума Верховной Рады Украины, были введены купоны-карбованцы, которые должны были полгода ходить параллельно, они должны были ходить в первом полугодии. И потом плавно заменяться гривной, которая была напечатана в 92-м году, тоже в первом полугодии, они были напечатаны в Канаде с 1 гривны до 100. Угу. Вот. Собственно, в 92-м году должна была быть проведена денежная реформа и должна была быть введена гривна. Поэтому мы говорим о том, что 14 ноября 91-го года де юре, то есть свидетельство о рождении, гривна получила. То есть ей 30 лет. А вот в обращение она была введена спустя 5 лет. А чему, до речи? Вот, совершенно верно. Поэтому вот эти 5 лет, вот этот вопрос, который вы задали, почему до сих пор не введена была гривна? Собственно, банкиры, когда узнали об этом постановлении, мы были все в ужасе. А я как раз в июне месяце пришел, 91-го года, пришел в банковскую систему. Потому что, ну, первое, вот представьте себе, гривна где-то печаталась. Вот, ее завезли. Вот, для того, чтобы ее начинать распространять, вообще сами кассиры должны были видеть, что это за гривна. Второе, мы понимали, что экономика, которая в 91-м году разорвала узы с Советским Союзом, то есть старые связи разорваны, новые еще не пошли. То есть экономика начинала потихоньку падать. И, соответственно, шла гиперинфляция. Поэтому было принято решение Национальным банком, ну, вообще правительством, о том, что все-таки вот эти сроки немножко витерминуваты. То есть до тех пор, пока не стабилизируется ситуация. Потому что мы получили бы белорусский вариант, так же, как и российский, когда там были миллионами. Собственно, с купоно-карбованцами мы то же самое получили бы. То есть, по большому счету, эта гривна не была бы ничем обеспечена. Вот. Это первый, то есть падение экономики, а, соответственно, гиперинфляция. И, собственно, гривна у нас тогда была бы не гривна 76, как было в 96-м году за доллар. Вот, а было бы, наверное, там, не знаю, там миллионы гривен за 1 доллар. Второе, понятно, что банки, вообще банковской системы как таковой украинской не было. То есть были тогда советские банки в 91-м году, то есть вот то наследие Советского Союза. Коммерческие банки только-только начинались. И, соответственно, когда клиенты пришли бы, допустим, получать гривну, то есть вообще гривны как таковой еще в банках не было, потому что завезли только первые партии. Это были такие, знаете, для обучения прежде всего кассиров, но представьте себе, начали плодиться коммерческие банки. 91-е года, это вот те лихие 90-е, это когда работали кооперативы, так называемые, то есть, ну, да. Сейчас называется малый бизнес, малый и средний бизнес. Тогда это были такие кооперативы, вот, которые работали, может быть, даже, собственно, теневой рынок, собственно, с них-то и начинался. Угу. И когда вот была проведена в 96-м году денежная реформа, когда за 2 недели, со 2 сентября, кстати, мы хотели бы отметить, что 2 сентября 96 года была гривна введена в обращение. То есть у нас получается два
дня рождения. То есть первое, это 30 лет, мы будем праздновать 14 ноября гривне. Угу. Это де юре, когда она получила свидетельство о рождении. А сегодня, вот 2 сентября, она была введена в оборот. Мы вас витаем. Народилась. Я вас тоже, да. И вот как раз вот, вот эти две недели со 2 сентября 96 года до 16 сентября вот, как раз показали тот объем теневого рынка, который был в Украине. Когда ну, мы увидели, когда директор, например, мясного магазина или мясной лавки привозит самосвал этих купонокарбованцев, мы понимаем, что эти купонокарбованцы были не на счете в банке. Угу. Они были в трехлитровой банке, если их можно было туда запихнуть, или где-то под подушкой. Угу. А таких директоров мясных магазинов было очень много. И тогда мы в ужасе увидели, что, в принципе, это гривны-то не может и не хватить. Угу. Вот. И тогда все побежали куда? Все побежали в пункты обмена валюты. Угу. С купонокарбованцами покупать валюту. Вот, собственно, один из вопросов, а почему 5 лет понадобилось? Потому что, собственно, не было тех золотовалютных запасов в Украине, чтобы обеспечить тех людей, которые придут покупать, например, валюту. Угу. Поэтому за 5 лет их немножко, скажем так, пополнили Национальный банк. Вот эти все факторы, вот я ответил на первый вопрос, почему 5 лет? Угу. И почему, собственно говоря, в течение 2 недель была проведена реформа, назовем это так, денежная реформа. Вот, да потому что, знаете, как быстро, это была такая первая, наверное, шоковая терапия на постсоветском пространстве. Угу. Больно, но зато эффективно. То есть мы увидели весь черный рынок, который, собственно говоря, пришел или покупать валюту, или сдавать купонокарбованцы. И он оказался раза в 3 выше того легального рынка, о котором мы сейчас говорим. Ну і там просто нам пощастило з вами поспілкуватися ще на рекламі. Тут річ яка? Хочеться просто поцікавитись. А як так трапилося, що гривню почали саме друкувати в Канаді і потім завозити паромами в Україну? Я отвечу. Дело в тому, що якраз от тут случай, когда Советский Союз, ведь все было централизовано в России, в Москве. И там был так называемый монетный двор, госзнак, и соответствующее оборудование было как раз вот в России. Наш монетный двор, собственно говоря, ну, он ничего не, у нас даже не было специалистов, которые бы занимались бы гривной, вообще что-то печатали бы. Поэтому для того, чтобы приняли постановление, а потом уже будем там чего-то там от акца. Вот, кстати, почему 5 лет? Потому что тогда нужно было бы купить оборудование вот, соответствующее, обучить персонал, бумагу нужно было купить. У нас ничего этого не было. Вот. И поэтому, собственно говоря, первые партии закупались в Канаде, вот, поскольку они имели соответствующий опыт. Мы могли, конечно, и в Советском Союзе, и в Москве купить. Вот. Но, вы знаете, были довольно такие, да, были определенные. Да. Поэтому решили все-таки в Канаде, там у нас канадская диаспора, скажем так, наши люди, которые не обманут. Вот. И поэтому, собственно говоря, первые партии с 1 гривны до 100 были напечатаны в Канаде. Вот. И тогда, вот, если мы говорим уже о введении в оборот, то есть в 96 году гривна пошла в свободное плавание со 2 сентября. 2 недели она шла параллельно с купонокарбованцами. И уже с 16 сентября 96 года она, собственно говоря, уже стала полноправной хозяйкой на этом рынке. И я вам скажу, вот это решение, которое вот было принято, потому что в течение 5 лет, оно было где-то оправдано в ближайшие 2 года. Почему? Потому что если ввели в 91 году, то гривна бы стоила бы там не гривна 76 за доллар, а стоила бы гораздо больше. И вот когда в 96 году ее ввели, курс Национального банка гривна 76, и он продолжался до 98 года. 2 года он стоял, по сути, не колебался. Ну, были какие-то курсовые, незначительные. Да, совершенно верно. И только тогда, когда грянул 98 год, это Черная пятница, это дефолт в России, вот, там все обрушилось, гривна упала до курса 3 гривны 40 копеек. Угу. Все куда побежали? Побежали покупать доллары. Так. Долларов, соответственно, нет. То есть, но зато под обменными пунктами стояли так называемые менялы, вот, которые, ну, тот черный рынок, о котором мы, собственно, с вами и говорили, у которых валюты было завались, и по курсу 5, а тогда курс был гривна 76. Так. Вот, по курсу 5, пожалуйста. В общем, в 98 году ударили по рукам,
в кавичках, курс став гривни національної валюти 3 гривни, по-моєму, 20 копійок. И он продолжался, дай бог памяти, до 2003 года. Вот, когда потихоньку, ну вот этих, за эти 5 лет гривна девальвировала до курса 5. 5.05 с 2003 до 2008 год гривна у нас была в таком свободном плавании. Вот, с одной стороны, но с другой стороны, Национальный банк, уже и были коммерческие банки, была уже какая-то конкуренция на рынке, то есть банки покупали валюту, продавали, появились обменные пункты. Кстати, в свое время мы открывали первый обменный пункт. Так. Вот я был свидетелем этого события, первый обменный пункт на метро Институтской. Угу. Вот, это был первый обменный пункт коммерческого банка в Украине. Так, вообще. Сказать, метро Институтская, это зараз... В самом метро. Университет. Нет, метро Институтская, это вверху напротив Национального банка Украины, Национального банка Украины, как вверх. Хрещатик вверх. Майдан Незалежности. Майдан Незалежности вверх поднимаетесь, да. Да. Вот именно там, где были телефонные аппараты, мы их оттуда попросили метрополитен убрать, поставили такую будочку небольшую, вот, и вот там как раз первый обменный пункт коммерческого банка, так что можете такую табличку. Класс. Да, вот это был 92-й год. То есть тогда еще не понимали, кстати, вот почему вот, нужно было время для введения. Да потому что мы не знали, что такое обменные пункты. Угу. То есть не было, то есть нужно было приходить в банк, там государственный, там с кучей бумаг, и ну вот тебе бы разрешили бы купить там условно $100. Ну и история с евро. Как появилось евро в Украине? Бо ви так трішки Пантики. Сказали, так. Ну, ми зараз вже не о гривні говоримо. Ну, якщо говорити о євро, да, дійсно, ми завозили, ми були, собственно, першими, які завозили євро. Вот, це дійсно історія з фантиками. Вот, коли, по суті, євро в Україні должно було б бути введено з 1 января. Угу. Вот, хоча, я вже не пам'ятаю, по-моєму, 2008 или 2009, я уже не помню, ага. Какой год. Вот, но евро уже в Европе было, вот, а у нас оно должно было быть введено с 1 января, ну, предположим, 2009 года. Честно, я уже не помню, с какой. Да, вот. Но для того, чтобы с 1 января оно было введено, угу. Вот, для того, чтобы обменные пункты, банки уже начинали продавать, покупать евро, вот, его нужно было завести, потому что евро мы же не печатаем у себя, угу. Его нужно было завести из-за рубежа. А тут праздники. Ну, Рождество, да, вы же понимаете, что так. Тут у них праздники, да, потом у нас, ну, в общем, целая история. Поэтому завозили где-то числа 23 декабря, ага. Перед праздниками у них. И вот мы завозим как раз это евро, и уже у нас все телеканалы сидят, потому что евро уже, извините меня, псевдо-евро появилось на черном рынке, уже там торговали вовсю. То есть понятно, что это были какие-то, значит, все там ксероксы, что-то там напечатанное, угу. Из интернета взятое. Это было не, не евро. Конечно, конечно. Это уже начинается обман. Совершенно верно. То же самое, кстати, было и с купонокарбованцами, ага. И с той же гривной, которая еще не была введена, но зато она везде уже была. Тобто, ага, люди не того, бачили? Що ніхто не розумів, як відрізнити. Совершенно вірно, тому що касіри не знали, що це таке. Так. А хто ж їх обучить? Тому що якщо євро, як такого нет. І Національний банк теж не знав, вообще, що це таке. Поэтому ми завезли 23 декабря, как сейчас помню, мы завезли это евро, и как раз у нас была большая пресс-конференция, где сидел Национальный банк, мы должны были показать Украине, что мы завезли это евро, вот, и что вот она вот такая вот. И у нас была буквально неделя для того, чтобы обучить всю банковскую систему Украины, что такое евро, угу. И чем она отличается от, извините меня, монгольского тугрика. Вот. Да, поэтому вот мы завезли, но опять же, по таможне, которая растамаживала, по своему постановлению, дело в том, что это денежная единица, она ввозилась, вернее, она вводилась в обращение в Украине с 1 января. А до 1 января это вообще было непонятно что. Вот, поэтому, ну, мы вот везли, извините, мне написали, как фантики, да, вот, страна происхождения, прочерк. И, собственно, вот с этим вот всем вот мы приехали, а как раз был Национальный банк, таможня, налоговая, у нас большая пресс-конференция, все телеканалы были, что вот возится ж евро. Вот, и мы вот это евро вот, вот так вот везли, и вот такая была первая партия у нас. Потом уже, собственно, таможня все правильно сделала, поскольку они не нарушили закон. А с другой стороны, нам тоже надо было что-то делать, поэтому пошли вот на такой-то компромиссный вариант. Клас. Історія дивуюча, шокуюча, сказала. Так. Ну, а що ж треба було робити? Як-то її ввозити треба було? Ну, звісно. Ну, взагалі цікаво, що ми з гривні перейшли ось на долари і на євро. І взагалі, я так розумію, що коли вже закріпилася гривня, тоді тільки вже ось почали вводити євро, правильно? Це якщо 2008, десь 2009 рік. Я, діло в тому, що
валюту начали ввозить, начиная с 92 года. Угу. Ввозилась она, ну, по сути, мы, вот, тогда я был одним из руководителей банка, который, собственно, почти 20 лет мы ежедневно возили эту валюту. Угу. Объемы завоза валюты, начиная с 92 года, в Украину составляли от 5 до 15 миллиардов долларов. Ого! Угу. Гарні цифри, не подобаються. Да, от 5, то есть завозились они самолетами. Вот, завозились самолетами. Вот, до тех пор, пока, уже все время у нас, вы знаете, как было такое выражение, доллар, он и в Африке доллар. Угу. Поэтому все всегда, что брали, если у них какая-то гривна, да, то есть они всегда покупали. О. Даже вы, например, спрашиваете, а в чем сейчас лучше хранить? Угу. До речи, в чему? В золоте. Да, золото, оплаты. Золото. Ну, мы скажем так, банковские металлы, золото, серебро, платина и палладий. Кстати, золото тоже начали завозить последние 10 лет. Угу. Около 5 тонн золота вместе с... Почему? Потому что ну, вот 3 года тому назад, 3 года тому назад золото, например, золото или там, серебро, ну, в данном случае по золоту, оно стоило на международном рынке 1300 долларов за унцию. 31 грамм. Это мы говорим о банковском золоте, о банковских металлах, это 4 девятки. Вот, оно стоило 1300 долларов за унцию. Сейчас оно стоит 1900 долларов за унцию. Ух ты. Але ж все ж таки є ось ці нюанси, коли золото то падає в ціні, то знову зростає. Это нормально. Просто я хотів запитати, от, наприклад, палладій чи платина, вони також скачуть? Поки? Конечно, чи конечно. Є щось стабільне? Ні, дело в тому, що якраз група банківських металів, вони можуть відлічатися там, буквально там, 1-2% друг від друга. Но сама тенденція, іменно, коли вкладають в банк, от, наприклад, зараз нефть, росте нефть. Так. То есть инвестиционные фонды, почему, собственно, есть спрос на нефть или там спрос на золото? Потому что инвестиционные фонды понимают, ага, экономика, грубо говоря, там из-за коронавируса падала. Так. Куда вкладывать? У них есть деньги. Они вкладывали вот, в такие вот, в сырье. Угу. Золото. А почему золото? Потому что золотые рудники иссякают. А простите меня, девушки любят не только... бриллианты. Нет, но они любят бриллианты, само собой, но бриллианты, что на золотом колечке. Ну так. А когда их два золотых колечка, так это еще хорошо. А когда их пять, так это вообще лучше. Так. Вот. Поэтому спрос на золото растет. Вот. Спрос на платину, на палладий. Опять же, с ростом экономики, золото ведь не только это украшение, это ювелирная промышленность, это еще и космос. Uh-huh. Это еще и самолеты, это еще и связь, ну, это много чего. Ну, так. Вот. Поэтому, ну, мы как-то вот от гривны перешли к банковским металлам. Ну, але все одно цікаво. От. У нас просто, ви цікавий спікер, знаєте, ми от знали, що у вас багато різних тем, ми не можемо пустити можливість запитати про все, тому що ми говоримо про гривню, але по суті це те, чим можна, що можна накопичувати, чим можна розраховуватися, і тому ми, бачите, звернули це все в усі можливі варіанти. Ну, я скажу таку вещь, ми були в ужасі в 96-му году, коли ми от за ці дві тижні ми побачили весь чорний ринок. Когда Национальный банк по своим расчетам, понимая, что, предположим, у них там на курсчете там, миллиард купона карбованцев, предположим, миллиард купона карбованцев, ну, их обналичивают, так. И нужно поменять там миллиард гривен, вот, соответственно, напечатали, ну, плюс еще миллиард люди принесут где-то, но когда принесли 10 миллиардов купона карбованцев, тогда мы поняли, что, в принципе, которые откуда-то взялись, так. Вот, и, соответственно, валюты не было. Соответственно, курс в два раза, ну, представьте себе, сейчас курс 27, а был бы через две недели 54. Ну, мягко. Ну, то есть вы, наверное, так. Представляете, ну, что это такое было. Вот у нас, вот, да, с 6 утра записывались там на... Вот, в очереди стояли. Вот, вот это было, вот, вот эти две недели, это была такая шоковая терапия. Поэтому тому Бальцеровичу, который в Польше в свое время провел шоковую терапию, это было лет 15 после нас уже. Ему еще далеко до нас, в хорошем смысле этого слова. Так как мы сегодня говорим про гривню и уже знаем, что ей 30 лет, взагалі хотелось бы зрозуміти, какие у нас у гривні перспективы. Ось, наприклад, ну, взагалі, от, ми боїмося того, щоб гривня ну, не знецінювалася, враховуючи те, що якби, долар скаче, і взагалі ціни ростуть, і не хочеться прийти до того, щоб у нас були ось ці тисячі, а все ж таки, щоб гривня залишалася зараз в тому еквіваленті, в якому вона є. Які, чи могли ви сказати про перспективи, про стан гривні на сьогоднішній день, і чого нам очікувати в майбутньому? Ну, скажу так, о позитиві. Все-таки сьогодні хороший день такий, все-таки гривня, називаємо, 20-30. Ну, там, знаете, как 24-27. Вот, то есть нам действительно 30-25 лет.
Сами считаете, там, сколько ей. Вот. Но с 17 по 21 год мы видим курс 26-27. Угу. Последних 4 года мы видим, что, во-первых, очередей на обменных пунктах нет. Обменные пункты работают, вы приходите покупать валюту, так. Никаких проблем без нет. Без проблем, да. Совершенно верно, да. Сейчас мы не завозим валюту, потому что есть депозиты в валюте. Вот. Сейчас люди приносят валюту. Угу. Вот. То есть пункты обмена работают не на продажу валюты, вот, а работают на покупку и продажу. То есть называется валюта обменной операцией. Угу. Вот. Кстати, золото мы тоже стали меньше завозить. Почему? Потому что есть золотые депозиты. То есть люди приносят золото, ложат на депозит. Он положил даже под 1%, но когда оно с 1300 поднялось за 1900, то, в принципе, он через год снял, и он заработал достаточно большие деньги. Он снимает или в золотом, в виде золотого слитка, или он снимает в виде эквивалента в гривне. Тобто ви все ж таки радите робити депозити, так я розумію? Звісно, але я як банкір не то, що призиваю здержати не в трьохлітровій банці, а в банці. А є теорії, що навпаки, кажуть, що все ж таки краще тримати в банці, тому що економіка у нас досить така нестабільна. Був час, коли банки закривалися, люди потім не могли свої гроші повернути. Тоді ми повернемося на 1 января 2020 року, коли курс був 27,3. Угу. Вот, сегодня курс 26,8. Вот представьте себе, что год тому назад вы купили валюту по курсу 27,3. Угу. Она у вас пролежала в банке, в трехлитровой. Угу. Сейчас вы ее сдаете, эту валюту, и вам дадут 26,8. Угу. То есть вы даже проиграли, потому что вы купили доллар по 27,3, теперь вам нужна, понадобилась гривна, вот, и вы сдали и получили 26,8. То есть вы проиграли, по сути, вот. Если бы у вас была гривна, ну там 2700 гривен, вы бы положили бы под 10% годовых, ну минус 20% налог, угу. Под, ну, чистых 10% годовых, то есть вы бы выиграли бы 8%. Угу. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, в чем выгоднее сейчас держать в деньги, в гривне или в валюте? В гривне, все-таки. Совершенно верно. Но если брать золото и банковские металлы, то, конечно, ну, тут уже это такие курсовые риски, которые, знаете, это ж вот... Ну, ты, тут ну, никто не может... Предбачить. Совершенно верно, да. Поэтому тут в эти игры я бы не играл бы. Поэтому я бы все-таки, знаете, есть такой вот журавль, а есть синица, да, вот. Я бы все-таки под 10% положил в гривне. Ага. Вот. И хай воно, ну, в банк. Не в банку, а в банк. Хай воно буде. Вот. Банковская система выстояла. Ну, последние там, 5 лет, вот, когда был банкопад, вот, банковская система выстояла, и мы видим, что курс с 17 по 21 год более-менее стабильный. Ну так. Многие там скептики говорили, к 30-летию будет курс 30, но не будет его 30. То есть я вам скажу, более того, если бы Национальный банк сегодня не покупал гривну, не скупал бы на... То гривна была бы курс 26 и ниже. Угу. Вот. Поэтому сейчас тот курс, который с одной стороны удовлетворяет экспортеров, так. Вот, для них чем ниже, тем лучше. И с другой стороны импортеров, для них чем выше, тем лучше. То есть должна быть какая-то золотая серединка. Вот, поэтому в данном случае вот, курс 26,50-27, я думаю, что до конца года он сохранится. Это я отвечаю на вопрос, угу. Какой курс будет на там, ближайшие несколько месяцев. То есть нет никаких предпосылок, ну, если бы у нас падала экономика, там еще что-то. А сейчас у нас МВФ нам даст деньги. Там, я думаю, что президент привез какие-то деньги из Соединенных Штатов Америки. Там, дальше цепочка пойдет. Всемирный банк, Европейский Союз и так далее, и так далее. То есть золотовалютные запасы сегодня как никогда велики. Поэтому если вдруг курс пошел вверх, то уже что делает Национальный банк? Выбрасывает валюту, там, ну, потеряет там, 1-2 миллиарда. Вот. Ну, в конечном итоге, как обычно, стабилизирует. Просто мы чекаем на доллар по 8, как там в том мемчику. Ну, это, я думаю, да. Вот непогано. Точно. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І дійсно, знаєте, вперше, мабуть, в моєму житті розмова про фінанси, про історію фінансів взагалі була цікавою, навіть з такими якимись картинками, що спливали в голові, поки ви розповідали. За це ми щиро дякуємо. Нагадаємо, в нашій студії був Ігор Львов, і ми поговорили з вами саме про валюти і про гривню. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, і я дякую, що ви завжди разом з нами. А це YouTube-канал «Правда тут», де на вас чекають найцікавіші інтерв'ю. А мене звати Макс Сербін, і я раджу підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк, написати приємний коментар. Для вас же стараємось!
We'll be right back.